Проблему с пешеходным переходом на третий транспортный решили, но только при помощи СМИ. На этой неделе к нам в редакцию обратился один из родителей ученицы гимназии номер 88. Дело в том, что по зебре, по которой дети идут в школу, на парковку заезжали машины. Отец первоклассницы обращался и в ГИБДД, и в мэрию, но только после нашего обращения в департамент транспорта ограждение было перенесено. Остался только проход для пешеходов, а на парковку сделали другой въезд.